Когда мы были молоды, бродили мы по городу, встречали мы с подружками рассвет. Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что лучше моста места встречи нет. Те дни неповторимые, один встречал любимую почти всегда на каменном мосту. Другой принял заранее на первое свидание, на Троицком стоял, как на посту. У фонарей Дворцового встречалась Вера с Вовою, а Коля тот бежал на биржевой. Летел для встречи с Катею, у всех была симпатия, у каждого был мост любимый свой. Весною незабвенною и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуев мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуя, извините, нет.